Всем привет, друзья, это канал Масолимп. В работе у нас Hyundai i30. Автомобиль приехал на полную шумоизоляцию. Салон мы разобрали. Краткий обзор штатной шумоизоляции. Пол в багажнике, в нише запасного колеса вибры пролили. На этом ограничились. На задних арках по такому куску прокатали. И, наверное, посчитали, что этого достаточно. Это в машине самые шумные места. Смотрим, что у нас на потолке. На потолке, на такую большую площадь, вот такой кусочек прямоугольной вибры проклеили. Двери, задние двери, несколько кусков вибры. Все равно, слышите, такие барабаны. Передние двери, то же самое, пару кусков вибры. Пол в салоне. Ну, пол в салоне более-менее виброй пролили. Ну, владелец считает, что все равно данная шумоизоляция не очень эффективна, поэтому приступаем все дело исправлять.